Газета «Нарва» теперь больше. В новом номере теперь 20 страниц. На второй странице узнаете, почему премьер-министр считает, что ограничения на кредиты можно снимать. Родители будут отчитываться за деньги детей? Или почему родители-опекуны детей с недостатками здоровья возмущены письмами из социального департамента? Читайте на третьей странице новой газеты. На четвертой странице газеты «Нарва» узнаете, почему не все норвитяне готовы идти на субботник и каким образом государство намерена бороться с очередями на границе. Водопад среди развалин Крингольма. Что восхитило и что расстроило посетителей временной экскурсии известных в Европе водопадов? Читайте на пятой странице нового номера. Почем в Максима скидки? Или за что объявили преступником законопослушного гражданина? Письмо в редакцию и комментарии специалистов найдете на седьмой странице. Свершилось! Заброшенные машины признали мусором и увезли из центра города. И на этом управе даже удалось заработать. Подробности на восьмой странице. Кроме того, в свежем номере газеты «Нарва» найдете новое автобусное расписание, новости спорта и культуры, для малышей традиционная Ерошкина страница и много другой полезной и интересной информации. Все это найдете в новом номере газеты «Нарва».